где номинация «Вокальный ансамбль». В этой номинации победили замечательные ребята Федор Редькин и Алена Карпухина, детская школа искусств имени Лянова, класс преподавателя Анастасии Балевой. Концертмейстеры Андрей Марухин, рояль. Вот бывший воспитанник вот этой детской школы искусств имени Дунаевского из Санкт-Петербурга, Касьян Лекус. На четвертом курсе сейчас учится, заканчивает Академию джаза. И барабанщик Вадим Дуляпин. Исполнят ребята песню, которую написали два знаменитых джазовых вокалиста. Джо Уильямс и Элла Фицджеральд. Называется она «Party Blues». Итак, Федор Редькин, Алена Карпухина, фа-дуэт. Город Москва, школа имени Лянова. Спасибо. Спасибо.